Всем привет! Сегодня 28 марта 2015 года. Время 2 часа дня. Выдвигаюсь из дома, точнее уже выдвинулся из дома. Иду в сторону метро Беляева. Подумайте. Зараза! Опа! План действий какой? Сейчас еду на Совок, на Савеловскую. Надо забрать папки с вкладышем «Выпускник детского садика». 15 штук для матушки. Ей по работе нужно. На самом деле она заказала мне их еще неделю назад. Ну, как обычно, дождался до самого последнего момента, что сегодня уже уезжать надо в Калмыкию. А я их только утром сел искать. Ну, слава богу, что я их нашел. Магазин «Школьник», по-моему, называется. Сделал заказ, собрали заказ за полчаса. И, соответственно, сейчас я еду на склад забирать свой заказик. Мчимся в путь. Время около 11. Нахожусь уже в Московской области. Стоит автобус и места. Забрал я папки. Прибыл домой. Уехал в Калмыкию, короче. Вот. Едется хорошо, но как-то ветрено и холодно на улице. Вот, завтра ближе к 8 вечера буду уже в Приютном. Такие дела. И листа. На этом все. Всем пока, всем удачи. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет! Сегодня у нас 28 марта 2013 года. День недели у нас четверг. Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 28 марта 2014 года. День недели у нас пятница, развратница, утро.